Наше предприятие всегда поддерживало развитие спорта в городе Николаеве, в частности в Карабинном районе. Во-первых, мы стараемся у нас на предприятии развивать спорт. Кстати, недавно у нас прошли соревнования по волейболу среди наших подразделений. Также параллельно участвовали дети наших сотрудников, тоже проводились конкурсы различные. Поэтому развитие спорта – это, конечно, развитие здорового образа жизни. Мы считаем, что это необходимо. Мы своим примером нашим предприятиям показываем, как это должно быть. Тем более, что сейчас эта спартакиада, которая прошла в области, и Карабинный район занял третье место, это очень радует и наше предприятие, и вообще, я думаю, что все жители города Николаева. Надо спорт развивать, и мы его будем поддерживать и впредь.